Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и сегодня мы поиграем в Skywars, то бишь Небесные Войны, на сервере Crystalix, дорогие друзья. Да, на моем серваке. Вот, блин, что-то какой-то хреновый лут нам выпадается сегодня. Но я сегодня буду играть с луком. Думаю, в принципе, это позволительная роскошь для меня. В принципе, даже если бы я не играл с луком, я бы смог бы его уже скрафтить. Да, не было бы стрел, это печально. Кстати, алмазный топор — это неплохое начало. Жаль, конечно, то, что не меч. Жаль, конечно, что не какая-нибудь кирочка. Тоже кирочка хорошо. Но топор — это замечательно, просто замечательно. Так, сначала ломаем этот блок, теперь ломаем этот блок. Чтобы не застакались, я их... Они не застакались. Или наоборот, надо было ломать, неважно. Так, что ж там мой сосед делает? Ничего. Надеюсь, они будут думать, что я сегодня без лука и поведутся на это. Но я постараюсь лук не использовать против всех подряд. Так, против каких-то определенных персон. Кстати, вот снежки там можно ведь использовать, да? Но, в принципе, можно использовать все, что захочу. Это уже так, чисто мои придирания. Так, ну что ж, так, вот сюда еще поставим. Вот лучше так сделать. Ну что ж, чувак, полезли. Из лука у меня стреляет, да? У него алмазный меч. Все, вот с ним будем драться только на луках. У него хорошее преимущество такое передо мной. Хорошо, два раза попал по кожанщику, фул кожанщику. У него сейчас не должно быть слишком много хп. Давай, ну. Вылазь. Парень, вылазь. Ладно, давайте постепенно будем к нему простраиваться, потому что тянуть время тоже нельзя. Слишком долго, вот. Давай, парень, ну же. Покажись мне, покажись. Легенит хп застранец. Ну ладно, сейчас мы построимся чуть-чуть. Оп. Ой, пытается меня скинуть. Да, я понимаю, чувак, у тебя все шансы меня скинуть. Но я по тебе уже нормально продамажил. Я бы даже сказал, замечательно я по нему продамажил. Ну, не то чтобы самый сок, но довольно-таки неплохо. Так, стреляет по мне из лука, тратит свои стрелы. Но я-то понимаю, что у меня стрел намного больше, чем у него. Главное число продамажить, потому что потом перепрыгну на его остров и убью его. Так, что же делает тот чел? Тот чел даже пока еще не начал строиться. Это преимущество мое. Сколько у меня? Две стрелы осталось. Отлично, просто убил его из лука. Вот это я понимаю, замечательно. Чувак просто не регенился. Я не дал ему шанса, я его задавил, потому что я понимал, что у меня мало стрел, и другого выбора у меня не было. У меня был выбор только давить. Я воспользовался этим шансом, просто задавил чувака, получил алмазный меч. Алмазный меч, как вы понимаете, это очень хороший профит. Так, здесь у нас тоже ничего нет, куча всяких алмазных топоров, мини-мечей. Надо бы поскидывать весь этот хлам, потому что вдруг я найду что-нибудь интересненькое. Луки лишние тоже мне не нужны. Топор я алмазный выкинул. Я идиот. Сейчас придется рубить дерево рукой. Хотя, в принципе, я могу сбегать за своим железным топором. Железный топор, по сути, ну, не сильно отличается от алмазного. Ну, как не сильно? А, зачем бегать, да? Он, в принципе-то, есть и тут. Вот, давайте его возьмем в руку и нарубим тоже дерево. Лишнее дерево все равно не будет. Так, нам надо строить мосты на следующие острова. Но там были парни тоже с луками. Я видел, как они стрелялись. Но, возможно, этот чел его убил. Так как там простроился, может, они даже ПВПшились. Хотя я вроде бы этого не заметил. Поэтому, скорее всего, это мне просто показалось. Три стрелы у меня есть. И этого будет достаточно, чтобы... ну, за ПВПшиться с кем-то, я думаю. Ну, так, чисто продамажить хотя бы половинку хп, но алмазный меч — это серьезный такой аргумент, и им можно убить уже любого в ближнем бою. Так, остается три игрока, то есть мне нужно еще убить как минимум двоих. Я, правда, не знаю, где они находятся. Но надеюсь, что здесь их нет. Вот здесь кто-то скидывал шмотки, и, возможно, вот если мы пойдем дальше по этому пути, то найдем наших с вами врагов. Заклятых, не заклятых, не знаю. Странно, что чувак скинул какие-то блоки, а вот здесь уже есть шмотки, можно их взять, можно пробовать найти себе нормальные вещи, то есть там вот шлем кольчужный, это уже неплохо. О, уже начинает мне стрелять из лука, хорошо-то попадает разок, но второй раз не попадает, это мне повезло, кстати, что он не попал второй раз. Отходим, отходим назад, сейчас будет стрелять. У нас еще одна стрела, ровно на один выстрел. И мы попадаем. Хорошо, теперь у нас не остается выбора, нам нужно идти рашить. С другой стороны, можно и не рашить. Хотя, может дать ему шанс подойти сюда поближе, сказать ему: чувак, ладно, приходи.
Я тебе разрешаю, и будем драться с ним вплавь, потому что он же не знает, что у меня нет больше стрел. К нему в это время подбегает другой человек, сейчас начнется драка. Все, это мой шанс, врываюсь. И убиваю его, да! Вот это я молодца, дождался, как ему сзади туда придет и просто пришел и добил. Чувак, наверное, сейчас бадхертит, у него горит пукан, но это, в принципе, нормальная тема. Вот он не смотрел за своей спиной, и к нему просто подобрались сзади. Это вот, ребята, когда я играю, вы же видите, я постоянно смотрю за своей спиной, ну, пытаюсь, по крайней мере, за ней смотреть. И вот таких вот моментов стараюсь не допускать, чтобы у него так вот сзади заходили и убивали. Хотя такое тоже иногда случается, вот, но было довольно-таки весело. Ну, это все, дорогие друзья, это была изи-катка, быстренькая такая, с утреца, я еще не ложился, вот сейчас трендер ее залью, вы с утра посмотрите, а я в это время буду спать. Вот, ну, в общем, ребят, заходите на Кристалликс, играйте, сегодня будет еще одно новостное видео, чисто новостное, ближе к вечеру, думаю, поэтому, ребят, подписывайтесь и смотрите новостное видео вечером, думаю, очень интересная информация насчет Minecraft Pocket Edition, мы их уже открыли, но все вечером, ну, это все, всем удачи, всем пока.